Эта история случилась в середине прошлого столетия с одним из опытных охотников на волков. Поступил запрос на отлов серых хищников. В одной из деревень их расплодилось слишком много. Поэтому Дмитрий собрался и пошел с приятелями в лес, желая подзаработать и обезопасить местных жителей. Дмитрий был лидером среди трех охотников, так как был самым опытным. Стоит отметить, что трое охотников хорошо знали эти леса и охотились здесь уже много лет. Но сейчас их ситуация была критическая, и их цель была, и сна в короткие сроки избавиться от большого количества волков. Они пошли на западный склон и ничего не предвещало беды. Внезапно ветки заросли и затряслись, и на охотников выскочил огромный волк. Витя и Леше повезло больше, они бросились назад по склону холма. А вот Дима побежал вниз. Волк побежал за ним. Спрятавшись за стволом дерева, Дмитрий прицелился и выстрелил, но промахнулся. Быстрее, Дима! Он обходит слева, кричали друзья. Дима побежал вправо и чудом спасся от хищника. Но тогда уже он не понял, почему же волк оставил его в покое. Если бы он захотел, то с легкостью настиг бы его. А волк остановился недалеко от мужчины и стал смотреть ему в глаза. Охотник взял ружье и хотел сделать выстрел, но волк успел убежать раньше. После такой охоты мужчины решили поставить палатку у костра и отдохнуть. Вопросы о том, почему волк оставил в покое Дмитрия, не давали ему уснуть. Он решил выйти из палатки к костру, погреться. Сидя в тишине, он услышал тихие и медленные шаги. Из-за деревьев вышел тот самый волк и направился к мужчине. У мужчины замерло все внутри. Он уже начал прощаться с жизнью, когда волк подошел и наклонился к его правой ноге. Хищник схватил зубами его за штанину и потянул. Дмитрий терпел, он знал, если начать сопротивляться ему конец. Волк потянул сильнее, и мужчине пришлось встать. Тогда животное отпустило штанину и отошло. Он посмотрел в темный лес, потом на мужчину. Вдруг в голове Димы промелькнула мысль, что волк не желает ему зла, а куда-то зовет. Поборов свой страх, охотник сделал пару нерешительных шагов в сторону волка. Тогда волк тоже сделал пару шагов в сторону леса. Значит, я прав, подумал Дима, и уже спокойнее и увереннее пошел за волком в темный лес. Они прошли совсем немного. Всю дорогу мужчина гадал, что могло заставить хищника обратиться за помощью. Они вышли на поляну и Дима смог разглядеть в темноте силуэт, лежащий в траве. Это был еще один волк. Мужчина медленно подошел к нему и понял, что это волчица. Она страдала и не могла разродиться. Два маленьких волчонка уже были рождены, но она продолжала лежать уже без сил. Мужчина не знал, как он может помочь, но все же сделал это. На свет появился еще один волчонок. Дима набрал воды из ручья и принес волчица. Еще немного посидел, убедился, что все хорошо и решил вернуться. Он встал и направился в сторону палатки, а волк всю дорогу шел рядом. Когда они почти дошли до места, волк подошел к мужчине, посмотрел ему в глаза и склонил голову. Так он благодарил охотника. Тогда Дима решил больше не притрагиваться к ружью, ведь человек и волк, как оказалось, очень похожи. Вот такая трогательная история. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!